На аэродромную полосу острова Пенанг участники трансконтинентального перелета зашли с побережья, пролетев красивую зеленую равнину. На земле команда разделилась на две группы. Одна осталась в местном аэроклубе, а другая отправилась на экскурсию по городу Джорджтаун. На городском базаре пилоты задержались. Продавец одного из лотков предложил попробовать плоды экзотических деревьев – хлебного, молочного, бананового, манго. Было жарко, хотелось пить, и летчики выбрали сок молочного дерева. Прекрасно утолило жажду молоко малайзийской деревянной коровы. Люди, можно сказать, холодные. В стране голод. Так Коля разбрасывается хлебными деревьями. Действительно. Дай попробуй. После часовой поездки по петляющей горной дороге пилоты посетили местное кладбище. Возложили цветы и памятную ленту на могилу военных моряков с крейсера «Жемчуг», погибших здесь, в бухте острова Пенанг, 80 лет назад, в Первую мировую войну. Отдали российские летчики дань памяти российским морякам. Встреча с Сингапуром оказалась необычной. Только на второй день после официального запроса российским пилотам дали разрешение на посадку. Над самим островом выяснилось, что разрешение – это еще не сама посадка. Один почетный круг совершили экипажи «Яков», второй, третий. Каждый раз дежурные диспетчеры сообщали, пока принять не можем, взлетают реактивные лайнеры. Лишь когда им заявили, что топливо на русских самолетах кончается, и скоро летчики не сядут, а рухнут на землю, выделили и время для посадки, и свободную полосу. А после приземления участникам перелета сообщили, уже другие службы, что ни в одной гостинице нет свободных мест. Удивительно красивый, необыкновенный город-государство Сингапур. В конечном итоге места, конечно, нашлись. В гостеприимном советском посольстве, где пилоты смогли кино посмотреть, в бассейне поплавать. В небольшом отеле, с хозяйкой которого оказался знаком Леопольд Ладзинский, представлявший в экспедиции ассоциацию «Родина». В местном аэроклубе, члены которого приняли своих российских коллег с исключительным радушием. Здесь было сказано много добрых слов пилотам. А в честь космонавта Игоря Волка президент клуба произнес торжественный и трогательный тост. Но главным местом для участников перелета остался, конечно же, аэродром. Своеобразный летный дом экипажей. Тут и провели российские летчики последние часы перед вылетом из Сингапура. Мы можем так перекрутить его так. Потрясающе.
Индонезия открылась российским летчикам тысячами островов, многочисленными рисовыми полями, сказочно цветущими зелеными массивами лесов, рощами кокосовых пальм, взлетными полосами, расположенными почти у входа в незамысловатые сельские хижины. Для писателя Валерия Анисимова встреча с Индонезией стала двойным праздником. В первый же город, Палембанг, из Москвы пришло сообщение. Родилась внучка, Настя. Дедушкой стал. Дед, поздравь меня. 10 декабря у маленькой девочки появился летающий дед. А у команды в целом остались прежние заботы. Ремонт двигателей, поиски чистого керосина, подготовка к перелету в Джакарту. Палембанг, Джакарта, Семаранг, Сурабая, Матарам, Вайнгапу, Купанг. Перечисленные города и поселки на короткое время становились местом отдыха участников трансконтинентального перелета. Взлет, посадка, взлет, посадка. Почти 14 часов полета и 2500 километров индонезийской территории остались под крыльями семьи Яков и Аннушки. Джунгли и болота, озера и вулканы, а однажды вдруг город-монстр, Джакарта. Не столица, а сказка. Широкие проспекты, богатые магазины, дорогие виллы, дома-небоскребы. Город 21 века. Он, несомненно, остался в памяти всех российских пилотов. Как осталась и фотография на память под тропическим дождем на индонезийском аэродроме. Память – абстракция неуправляемая. Перед полетом через океан одновременно представлялась и близкая теперь уже Австралия, и пройденный совсем еще недавно экватор. С какой гордостью участники перелета пальнули из ракетниц с бортов своих самолетов во славу победы профессиональных пилотов и летчиков-любителей из России. Произошло это событие на воздушном пути в Палембанг 10 декабря 1991 года в 11 часов 35 минут. Событие, за которое грех не раскупает бутылку столичной. День 14 декабря стал днем главного события перелета. Вылетев из Купанга и преодолев над океаном расстояние в 880 километров, экипаж Ан-2 посадил самолет на взлетную полосу первого австралийского города. На этом борту в Дарвин, говоря официальным языком, прибыли руководители перелета и сопровождающие их лица. Любопытный факт. Прилетевшие на Ан-2 стали самыми последними пилотами и пассажирами, прошедшими таможенный контроль в старом городском аэропорте. 7 Як-18Т, появившиеся на следующий день, садились на полосу уже нового аэропорта. Собравшись вместе, 8 экипажей подвели итоги.
С начала перелета за 32 дня преодолено расстояние в 11 410 километров. В воздухе самолеты находились 55 часов. После таких результатов решено было объявить всем вольно сутки на отдых. Пассажиров с Аннушки на эти сутки принял в своем доме единственный русский, живущий в Дарвине, Семен Андропов. Что бы вы могли в эти минуты сказать и передать русскому народу и австралийскому? Буквально несколько слов. Ну, как? What's embarrassed him? I'm embarrassed. You are embarrassed. Мне трудно по-русски сказать, но сегодня, и, ну, не только что сегодня, но вот этот момент особенный на меня здесь, в Дауне, как, ну, один русским здесь. Вы счастливы сегодня? Еще как. Вы готовы выпить за это? Какой будет ваш тост? За русских везде. Это уникальные кадры. Через несколько часов Новый год, а мы от жары снимаем. В дом Андропова русские пилоты пришли еще раз 31 декабря, после перелета через всю Австралию. Барашек обошелся в $20. 3000 стоило пиво, по доллару за баночку. Так отмечали Новый год средняя австралийская семья, инженер и медицинская сестра с двумя сыновьями-студентами и российские летчики. А до празднования Нового года было 17 дней тяжелого, но увлекательного знакомства с зеленым континентом. Участники перелета в Теннант-Крике, расположенном в пустыне, посетили сказочный, картинный, похожий всем своим обликом на декорации ковбойского фильма «Алис Спрингс», в прошлом город золотодобытчиков. С Аделаиды в каждом городе пилотов принимали по-русски, с хлебом солью. Восхищались стойкостью, хвалили за мужество. А на дружеских вечерах после совместных плясок и песен непременно интересовались, как там на родине, в Новой России. По счастливой случайности некоторым участникам перелета довелось побывать 25 декабря 1991 года в Сиднее на территории Генерального консульства. Здесь в этот день был поднят на вершину флагштока трехцветный российский стяг. После этого события вопросов у русских австралийцев, а их на континенте много, свыше 200 тысяч, стало еще больше. Thank you.
Коренные австралийцы, как правило, показывали гостям исторические памятники. Одним из них оказался знаменитый форт Гленвилл. За его толстыми стенами, в подземных переходах, на плацу повеяло налетчиков историей. Российские пилоты не остались в долгу. Ответили хозяевам фирменным воздушным номером. Пролетели на четырех яках ромбом, а затем выполнили роспуск самолетов в разные стороны. Перелета не только профессиональные пилоты, но и летчики-любители выполняли несложные элементы пилотажа. Более того, во время полета из Мельбурна в Канберру командир 42-го экипажа Вадим Нестеров предложил Валерию Анисимову сесть за штурвал, попробовать себя, и писатель полтора часа пилотировал Як-18Т. Канберра оказалась знаковым городом для воздушной экспедиции. Прежде всего потому, что в столице Австралии стало предельно ясно по реакции жителей, восхищенным отзывам прессы, именовавшей летчиков из России не иначе как Crazy Russian Pilots, сумасшедшие русские пилоты, трансконтинентальный перелет удался. На приеме, устроенном в честь российских летчиков, было сказано немало теплых слов в их адрес. Отмечался значительный вклад посла Вячеслава Долгова в организацию необычной воздушной экспедиции, а священник местного прихода, отец Александр, передал в адрес Федерации любителей авиации крест святого Владимира, украшенный большим рубином. При вручении его представителю делегации русских летчиков он отметил их заметную роль в процессе взаимопонимания между двумя государствами. Так пилоты-любители из России стали пилотами мира. Саша. Саша, а ты? Настя. Вы кто здесь в Австралии, на австралийской земле? Ну, мы сюда приехали, моего папы хотел на работу. Ну, моего папы тут предложили на работу. И твой папа и мама тоже работают здесь? Кто работает? Никто. Скажи, пожалуйста, а вам понравился наш летчик? Очень. Я вот все, вот моя мама говорит, мам, когда я вырос, я хочу стать быть летчиком. Кого ты больше всего полюбил из австралийских жителей, которые тебе встречались на время пути? Да я всех люблю. По-моему, это просто герои, это самоотверженные люди. И им низкий земной поклон за то, что они сделали. Для нас это, конечно, было чрезвычайно важное событие, действительно историческое, то, что вот это первый раз ребята из России прилетели сюда, и мы, русские, в Австралии могли именно по-братски встретиться, как именно представители России. Это для нас очень много значения имеет. Желаем им первым долгом, конечно, ангела-хранителя в путь. И самое важное, мирное житие, здоровье, спасение им и всему русскому народу. Настоящий русский пилот. Благословляется и освещается самолет сей. Благодарю Пресвятаго Духа, управление воды своей священной. Во имя Отца. После Канберры российские пилоты прилетели в Сидней, где попали к началу рождественских каникул. Здесь они смогли походить по ступеням знаменитого оперного театра, построенного в виде раковины. Сидней сменился на Ковс-Харбор, город, который сами австралийцы называют банановым. Банановые деревья растут около вилл горожан, банановые грозди раскачиваются вдоль окон отелей. Порой кажется, что даже в ночном небе висит банан, а не месяц. Еще был Таунсвилл с большой украинской диаспорой, Маунт Айза, шахтерский городок. Здесь добывают красную медь, свинец и цинк. И дождь тут льет так же часто, как в июньской Москве падает снег. Thank you.
Но еще до Таунсвилла был город, восхитивший русских летчиков своими знаменитыми золотыми пляжами. Знакомство с Брисбеном, его жителями, началось в воздухе, когда к российской эскадрилье присоединились спортивные самолеты австралийцев. Сел Ан-2, за ним 7 Як-18Т, потом семерка местных любителей авиации. Наконец пошли на приземление пилоты-одиночки. Настоящий воздушный десант, уникальный международный авиапраздник. Российские пилоты приняли в нем участие. Вначале четверка самолетов выполнила роспуск, затем Виктор Заболоцкий продемонстрировал личное мастерство, крутанул бочку, снизился до 5-метровой высоты, имитируя посадку, резко взял вверх и наверху отработал пару элементов пилотажа. Показали свое умение и австралийцы. Они летали на спортивных самолетах, поднимались на дельтапланах, запускали воздушные шары и воздушных змеев. Позже в Дарвине, накануне расставания с Австралией, было что вспомнить о самой стране, ее людях и летчиках зеленого континента. Окончательный итог трансконтинентального перелета оказался впечатляющим. Российские пилоты на территориях 9 стран совершили 112 взлетов и посадок. В воздухе экипажи находились в течение 240 часов 20 минут. За 82 дня преодолено расстояние в 46 255 километров, больше длины экватора.